Ну что ж, Себас, продолжаем наше путешествие по этому дерьмищу. Так, сейчас нам нужно зайти в лифт, да? Я же правильно помню? Да, Джозеф нас ждет. Ну, блядь, заходи. Ты типа нас не пускаешь, да, я так понимаю? Что у нас вообще по луту остается? Так, перезаряди. Что-то не шибко у нас много всего. Пойдем с пистолетом пока что. Заходите, пацаны. Кстати, полечись. Это очень важно. С тобой все хорошо? В порядке? Какой он стрёмный. Так, сопли. Да, блядь, выходи уже. Сопли. А чё так мало? Ага. Сейчас, наверное, говнари побегут. Так, чё-то у меня плохое предчувствие. Что такое? Как думаешь, у Гидман все в порядке? Мне не нравится, что они использовали ее как приманку. Такое чувство, что с нами кто-то играет. А ты только сейчас это понял? Что с тобой? Я идти не могу. Держись, осталось немного. Да уж. Мне это жуть как не нравится. Ты побыстрее не можешь? Ебать. Их только двое, мы справимся. Да не торопись, подожди. Ой, блядь. Дебила кусок. Джозеф! Блять, его видят. Его видят, и это плохо. По-любому снайперы какие-нибудь. Да? Или кто? Кто где? Что происходит? Тут что-нибудь лежит? Кто его видит? А, понятно. Ой, блядь. Это чё? Я типа должен был торопиться, что ли? Пиздося. Где? Блядь. Вот. Да. Стрельни нах. А, блядь. Ну где? А. Все. Красавчик. You okay? Ты в порядке? Нет, он не в порядке. I'm fine. No need to worry. Я в порядке, не беспокойся. Теперь помоги мне перебраться как-нибудь. О. Давай. Благодарю. Главное, не ёбнись. Ну иди уже. Не нужно было меня спасать. В смысле? Ты что? Это просто вопрос времени. Так будет лучше. Ты охренел? Да, что с тобой такое?
Чё-то он понемногу с ума сходит. Ох, блин. Только этого, блядь, нам не хватало. Cover me. Let's go. Прикрой меня, вперед. Не, не надо, не надо, не надо, не надо, не надо, не надо. Блять, ты серьезно? Ууу, сейчас будет летать. Да блять! Что такое дебил? Блять! Какого хуя? Да ёбни его! Отлично. Подбирай сопли. Может, побежали уже? Пошли нах. Скорее сюда. Логично, что сюда. Куда же еще? Отлично. Вот этот ты красавчик. Джозеф, Джозеф, ты в порядке? Я, да. Чё-то не особо, по-моему. Yeah. Ладно, пусть будем ходить с дробашом, ладно, пока что. Надеюсь, не будет больше так много этих ублюдков. О, сопли! Ой, еще козявки. Пока что тихо. И это радует. Да подбери ты. Опа. О, детальки. Кстати говоря, скрафтить бы. Чего тут? Гарпун. Вот, разрывной. Как быстро у нас детальки-то закончились. Это нехорошо. Так, скажите, пожалуйста, что здесь пока что никого не будет. Так, вижу лут. Похоже, это какой-то рынок. Не будем задерживаться. Охренеть. Блять. Давай. Прекрасно. Все? Больше ничего интересного? Тогда пошли с той стороны сначала пройдем. А то ж мало ли что. Вот по дороге, я думаю, стоит пойти. Хотя, может и нет. Пока что тихо. Да блять. Опа. Отлично. Тут что? О! На дробашек дали нам. Так. Пусто. Да? Ой. Отец был человеком суровым, гордым и, как я думал, умным. Но еще он был благочестивым, верующим. Кажется, я их чую, возможно, они рядом. Подожди, подожди. Что бы ни писали газеты, он был на стороне церкви, отмахивался от обвинений, словно она непогрешима. Она принимала всех жалких крыс и суровых мужчин. Им обещали спасение и вечную жизнь. Но она не обещала им ничего, что я не мог бы отнять. Ну, это я так понял. Рувик, или как его там зовут? Ясно. Очень много лута нам дают. И это не хорошо. Смотри-ка, чё. Потом опять прокачаемся. Так, все, лишь бы ничего не пропустить, главное. Лишь бы ничего не пропустить, главное. Офигеть, сказал. Давай.
Что там еще? Что? Сопели пропустила. Так, это проход обратно, да, к этой статуе? Окей. Ни хрена здесь коробок вообще. Ярмарка коробок, блядь. Отлично. Так, сопли. Как-то тяжеловато стало передвигаться. В смысле, тебе? Или мне? Или ты имеешь в виду то, что их так много? Ну, их не так уж и много, я бы сказала. Отлично. Господи, Джозеф, помог бы мне хоть чуть-чуть. Так, Себастьян. Кажется, я их чую, возможно, они рядом. Да-да, я это уже слышала. Так, вот здесь. Разрывной еще сделать. Угу. Кстати, электроболты хорошие тоже, но на них уже не хватит, окей. Ох, как это долго, ё-моё. Долго же вы лутаетесь, пацаны. Так, нам туда, я так понимаю. А здесь что? Нычка. В натуре. Большая баночка. Обалдеть. А, в смысле, здесь еще проход. Ну, в смысле, отсюда можно было пройти. Все, пошли, пошли. А, подожди. Стой, открывается? Нет, не открывается. А здесь тоже не открывается. Хорошо. Значит, здесь больше делать нечего. Пошли дальше. Сейчас, блядь, подойдем к воротам. А на нас сзади побегут. Будет плохо. Давай, открывай. Опять какие-то развалины. Да что с тобой? Не заставляй меня тебя убивать. Как ты думаешь, Дима? Скорее уж нигде, а когда дома какие-то средневековые. Да, но тут электричество, лифты. Так не бывает. Ну да, будто чьи-то привычные воспоминания. Хуёво. Так, он пока что не бежит. Мне это очень не нравится. Только не сейчас. Не умирай, ты мне хорошо помогаешь, чувак. Ты мне очень хорошо помогаешь, если чё. А один я не смогу. Фу, какое милое место. Чё, это телефон? А, фляжка. Лучше бы это был телефон. Сэб, занимаешься все тем же, что и тогда, после того несчастного случая? Ну, пистолет к виску я не представлял. Нет, конечно, просто потихоньку лез в бутылку. Не всем дано быть идеальными, работе это не мешало. Но ты же читал рапорт ОВР. Знаешь, Себастьян, я пожаловался на тебя не потому, что я боялся за работу. А почему тогда? И не важно. Нужно их разъебывать. Некогда разбираться. Мне нужен напарник. Я рассчитываю на тебя. Ух ты, сохраняться что ли можно? Обосраться. Чё это? Пригодится. Нашел что-нибудь? Отлично. Возможно, тут сплошь какие-то символы, сектанты, что ли? Может пригодиться. Что именно? Я вроде в порядке, пойдем дальше. Не-не-не, подожди. Где зеркало? Тут не опасно, тут сейчас не забегут монстры. А, или мы выйдем и будет жопа, наверное, так. Но это обычно так и работает. Возьми кувалду, ебошь ею, чё ты? Так, и тут не... Мне эти звуки не нравятся вообще. Ой. Что ты, вандал такой?
Ладно, погнали. Немножечко прокачаемся. Посмотрим, что осталось такого важного, что нужно вкачать. Да что ты переживаешь? Что же это уже так раз 300 делал? Так, а ключики мы с вами не собирали. Ну, печаль вообще. Добрый день. Как дела? А, блядь, сначала прокачаться. Отлично. Почти 5 косарей. Что же? Тут ни на что не хватает. Окей. Оружие. Пистолет вкачан. Ну, критические попадания, кстати, можно. А, дробаш. Тоже крит. Крит. Это? Вот на снайперке лучше вкачивать время перезарядки, действительно. И тоже критические попадания. Да, в принципе, она нормально стреляет. Емкость магазина. А, ну давай время перезарядки, короче, вкачаем. А, так. А здесь, наверное, крит. На всякий случай. Ну, в принципе, все пока что. Хотя... Время перезарядки... Нет, давай сюда что-нибудь. Ни на что больше не хватает, да? Да, сука. Время взви... О, вот сюда давай. Тут всего 3 уровня. Ну все, ладно. Сохранимся и пойдем дальше. Давай, все будет хорошо. Сейчас их всех разъебем. Ой, да блядь, да что ж ты делаешь-то? Сохраняйся. Отлично. Пойдем. А то пацан нас заждался уже. О, бедняга. Может, ты бы тоже зашел, Джозеф? Между прочим, Джозеф, ты здоровее меня. Так, а что, если сначала взять пистолет? Сейчас же на нас побегут, я так понимаю. Ага. О, господи, еще и Лесли. Погоди, сейчас я залезу и попробую осмотреться. А может, не надо? Ой, блядь, ну понятно. Ты в порядке? Кто-то там стреляется. Что такое? Оу. Может, поторопимся? Hey, that's Kidman. Who's that she's with? С кем она? Так ты что, не помнишь, что ли? Ой, матерь божья. Только помогай мне нормально, пожалуйста. But I found. Смотри, что я нашел. Вроде должна еще стрелять. Так ты проверь сначала. Иди вперед, я тебя прикрою. Но нет, пацан, давай наоборот. Ах, блядь, все, больше не сохранимся. Пиздец, как я не хочу этого делать. Тише. Кто где? Кто-то видит. Джозеф. Хуль ты стоишь? Дебил, кусок. Блядь. Джозеф, ты чё? Ты офонарел? Слышь, чё? Я тебя сейчас пристрелю. Дебил, блядь. Так. Гранату можно будет потом кинуть. У нас их 2 штуки. Ладно. Блядь, неплохо. Но все равно у нас мало патронов. Если уж на то пошло. Так, тут чудики стоят. Вернее, лежат. Блять, вот даже не знаю, что взять. Что лучше. Подожди. Блять. Опа. А-а-а. Была гнида какая-то.
А тут, по-моему, погорели уже. Ну, только что. Так. Меня вот это волнует больше всего. О, да, нормально. Жесть какая. Блять. Угу. Джозеф, ты можешь поактивнее это делать? Спасибо. Красавчик. А, больше некому гореть. Окей. Некому так некому. Тебя? Ладно, похеру. Ясно. Себастьян, ты должен выйти на тропинку, которая ведет к церкви. Иди вперед, я тебя прикрою. Блять. Подбирай, что там? О, патроны. Давай вот так. Нормально. Ага. Опять толпа. Кто здесь? Блять, ясно. Ой, бля. Я умираю. Не, подожди, подожди, подожди. Это мы вот так вот? Ага. И вот так вот скажем. Все, беги нахуй. Подожди. Взрыв. А, все? В смысле, блядь? О, еще один! А, блядь, беги нахуй! Беги! Беги, пидор! Блядь! Тише! А, нахуй! Пиздосий! О, он еще бронявый! Все, бежим. О, некуда бежать. Пиздец. А! Блять. Сипас, вставай, беги. Ой, блять, опять тупик, нахуй. Ой. У-у-у. Это. На одного хватило, на второго не хватает. Что ж ты будешь делать-то? О! Все! Красава! Да, я понял. Черт, тупик. Не, ну ты облутайся, поищу другой маршрут. Встретимся у коней. Так, подожди. Я сначала облутаюсь. Это очень важно. Да, блять, ну... Что ты трупы пинаешь? Ходит, пинает. Так, что у нас по луту? Ничего хорошего, короче. Так, ну ладно, хорошо справились. А это уже дернуть нельзя. Окей. Подожди. Ага. Здорово. Все хорошо? Записка с кладбища. Уолт. Я пошел вызволять Донну. Я знаю, как попасть в волчье логово. Так что я ее там не брошу. За мной не ходи. Позаботься о семье. Я приведу Донну. Дэниел. Погоди, в том доме что-то было написано про коней. Подожди. Да подожди, я болтаться хотела. Ясно. Давай туда сам пока. Подожди, стой! Блядь, Себас.
Там еще лут был, ты в курсе? Ебанись нахуй. Зачем? Так, подожди, там сопли. Раз уж я сюда попал, непонятно каким образом. Окей. Урон рукопашный. Неплохо. Чё ещё важное? Ну, для пистолета Крит важен очень-очень-очень. Для дробаша время перезарядки пока не важно. Здесь уровень. Крит пока тоже не важен. А болты чё? А, там только время перезарядки. Дальность? Да, в принципе, не парит пока. Ладно, хуй с ним. Сюда, сюда. Тоже пока ничего вкачивать не хочу. Вот сюда, наверное. Какая дилемма, блядь. Сюда, Крит. Пистолет меня смущает. Его надо вкачивать прям по-хорошему. Так, и... Время перезарядки однозначно. И еще раз давай. Давай, давай, давай. Вот так нормально будет. Все. Пока что пусть так. Здрасте. Зачем вы меня вызвали, женщина? Я как бы не хотел. Что с тобой случилось? Ты в порядке? Are you all right? А, да, это то, что я спросила. А, все, ты тут стоял. Блядь, да мы... Ты угораешь, сука. You don't need to worry about me. Да, спасибо, я не беспокоился. Пиздец. Ясно. По-моему, здесь будет тот хуй с пилой. Пиздец. Что за жопа? Ёб твою мать. Ну, плохо. Чё я могу сказать? Весьма и весьма. Чё там? Что можно про... А. А, гарпун. Нормально. Отлично. Детальки. Отлично. Так, я знаю, что нам нужно сделать. Нам нужно скрафтить взрыв болты. Вот эти. А, все. Обидно. Блять, обидно. Очень обидно. Лечись. А то эти придурки тебя немножечко это... поддамажили. Ну ладно, раз пока получаем в основном на пистолет патроны, думаю, стоит походить с пистолетом. Ага, и на дробаш теперь получили. Прекрасно. Отлично. Тут что есть по луту? Так, нужно... блять, как крипово. Нужно, я так понимаю... Чё-нибудь за рубильники, да, дёргать? А как думаешь, что это за цифра? Для меня это ничего не значит, что должно. Секунду, я что-то записал. И что? Типа посмотреть? Похоже, эти жертвы нужно опустить на соответствующие алтари, и тогда откроется безопасный путь к нему. Да ты чё? А то я не понял изначально.
И я не понял. Блять. Подожди, тут пятёра. Пятёра получается перечеркнутая, то есть на нее нужно, да, положить? Вот. Вот. Девятка и тройка, да, они тут лежат, да, уже? Подожди, а это семерка. А это девятка. А это тройка. Что-то мне подсказывает, что там небезопасно. А семерку убрать наоборот. Вот. Там, по-моему, какая-то просто часть тела. Ой, блядь, сука! Ручка ебучая! Это семерка. На семерке не должен лежать труп. Теперь девятка и тройка. Вот здесь девятка. Значит, девяточку сюда. Прости. Прости, братюнь. И тройка лежит. А, ну, типа, я что-то слышу. Ну, все. Погнали. Блять. Все отлично. Так, все плохо. Похоже, ты все сделал правильно. Ну, да. Я, по крайней мере, попытался. О, сопли! Сопилюхи. Хорошо. Это лифт? Да, это лифт. Заходи. Трупный лифт. В какую жопу вы идете, чуваки? Что вам там делать? Ладно, посмотрим, куда нас приведут. Ага. Тут больше ничего нету? Ничего нету. Погнали. Сука, как же мне это все не нравится. Ой, как мне это все не нравится. О, кабинет. Ни хрена. Охренеть. Матерь Божья, ну и жуть. Вообще. Просто прекрасно. О, почитать можно. Первая записка из лаборатории на кладбище. Наверное, сам Господь пожелал, чтобы эти сироты-близнецы выжили. Их крестили и дали лекарства. Ноин и его брат Цейн быстро поправились, но также быстро начали меняться. Конечно, они близнецы, но по какой-то причине их паттерны роста совершенно идентичны. 12 часов после введения сыворотки. Ноин 122,4 см, 28,2 кг. Цейн 122,4 см, 28,2 кг. Температура поднимается, боль в нижних конечностях. 24 часа после введения сыворотки. Ноин. Ну, понятно, короче. Жизненно важные функции стабилизировались. Спят урывками. 36 часов после введения сыворотки. Выросли еще. В полубессознательном состоянии. Разговаривают с воображаемым собеседником. 48 часов после введения сыворотки. Еще подросли, возбуждены. Примерно успокаивающие. А, применено, господи, примерно. Конечно, примерно. Здесь что? Фу. Ну, понятно. А, мы их грохнули же. Ёпта. Хорошо. Я слышу какие-то звуки ужасные. В смысле? В смысле нету места? Суки. Мне не нравятся эти звуки. Я надеюсь, там не вторые близнецы. Блять, по-моему, он встанет. Мне кажется, или он, блядь, житья нам не даст. Так. Фу, блядь, какие звуки. Так. Что?
вторая записка из понятно. Раз в месяц у каменного саркофага, который владелец называет алтарем, складывают приношения. 2 трупа, 4 трупа, 3 трупа, 5 трупов, 4 трупа, 7 трупов, 6 трупов. Церковный сторожевой пес начал меняться. Как и у близнецов, у него прогрессирует аберрация. Сегодня он сожрал 6 трупов и уже воет, требуя добавки. Я не смею отвести взгляда от зверя. Он может подумать, что я еще одно жертвоприношение. Все прекрасно. Ебать. А можно не? Можно не идти туда. Все ясно? Да, это в прямом смысле сторожевой пес. Прям в прямом смысле. Псина мутировала. Тут. Ебать. Вот это страшно. Что это за место вообще? Какие-то тайные проходы в лаборатории? Так. Проходи быстрее, а то закроется. Так, еще назад получается проход. И вперед. А, это понятно. Все, я понял. Все хорошо. Все хорошо, мы на улице. Ура! Can you get it open? А, ты имеешь в виду так? А, блять, ясно. Ну давай, братан. Эй, нет, как ты выбрался? Ебать. Как ты выбрался, ты мне скажи? Я вижу, что ты меня видишь. Я тебя тоже вижу. Я взаимно. Ебать! Не надо. Тише! Нормально, блядь. Вот это жопа. Пиздец. А! Блядь! Ой, как больно! Ой, как больно, блин. Пиздец. Вставай. Понятно. Что мне с тобой делать, ты мне скажи? Просто что мне с тобой делать? Пиздец. Даже прицелиться не дает. Паскуда. Я умираю. Сибас, я умирать. Он ёбнет тебя сразу. Идиот, блядь. Ему это не понравилось. Всё. Заебись. Вставай. В смысле? Что это было? Ты проходишь, нет? А я... В смысле? Зачем? Это еще не конец? Или типа... Зачем? Зачем ты вышел? Ой, бля. Блять. Легко его отыщи. Кого? Кого искать? Блять, кого-то искать, что ли? Кого? Подожди, стой. Стой. Хотя бы так. В смысле, кого искать? А, вижу что-то. Чё? Очки Джозефа. Эти очки Джозеф начал носить еще до знакомства с Себастьяном. Все? Заебись. Ой. Ой, блядь. Да не надо. Джозеф. Ему пизда.
Давай. Ты, может, побыстрее это будешь делать? Все. Отлично. Sorry. Извини, я без них It's просто слепой. Но, да. It's about feeling normal. Ну и вообще будто не. Right. Все хорошо, давай искать. Let's focus on finding Kidman. Блять, только что хотела сказать, сука. Я, ну и сходил бы сам, поискал свои очки ебучие. А потом до меня дошло, что он же слепой, блять, без них. Ну все. Дайте сохранение тогда, что ли. О боже, Джозеф, и все это из-за каких-то очков? Бывает. Так, срочно, срочно, срочно чего-нибудь. Чего-нибудь, куда-нибудь. О, отлично. Давай. Класс. Эх, блин. Ничего. Жозеф, ты что там стал? О, главу прошли. Отлично.